Всем привет! Представляю новый мелодраматический сериал под названием «Молодая». Успешный врач Евгения после 25 лет брака решается на развод. Она не может больше терпеть романы мужа Вячеслава на стороне. Раньше Женя была готова мириться с изменами из-за дочери, но теперь Саша выросла, а Женя влюбилась в другого мужчину, заботливого и обаятельного Алексея. Обнаружив, что беременна от Алексея, Женя хочет уйти от мужа и начать новую жизнь со своим возлюбленным. Только вот Вячеслав не хочет отпускать жену и требует, чтобы она избавилась от ребенка. Очередная любовница мужа серьезно целена развести его с Евгенией. Клубок противостояний нарастает и доводит Женю до критического состояния. И тогда она оказывается на грани жизни и смерти. Премьера сериала «Молодая» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.